Краюшки от Анишки. И сейчас, и сегодня мы с вами отправимся к Таурскому мосту, съездим туда, посмотрим, какой у нас на самом деле этот Таурский мост, насколько он красив. Вот. Я вам расскажу интересные фактики. Будет все очень интересно, так что перед началом этого ролика не забывай подписываться на мой канал, жми на красную кнопочку подписаться. Также у меня есть Инстаграм, ссылочка на него в описании. Но пишите комментарии, смотрите, а мы поехали. Сейчас мы поехали с вами смотреть, что там есть. Башни в готическом стиле, украшенные узорами, внизу которых находится разводной мост, очень низко к воде. Очень красивый. А наверху находятся пешие галереи. Мост строили 8 лет. Над его строением трудились 400 рабочих, которые трудились и старались, чтобы он был очень красивым. Изначально были коричневого цвета, но потом их решили сделать очень красивыми в виде голубого, такого перламутрового цвета. Использовали красный, синий, белый и голубой цвет английского флага. Открыли 30 июня 1894 года. И открытие принимала королевская семья, принц Уэльский и королева Александра. На правом берегу расположен Таур, Огурец, монумент. А на левом берегу расположен Лондон Сити Центр, также Биг Бен и собор Святого Павла. Мы будем подниматься наверх по лифту специальному. Пешую галерею. Yes. From the North Tower, you can first walk to the East Walkway, then come back to the North Tower here and walk to the West Walkway. The West Walkway is this side of the bridge. You can use the West Walkway to get across from the North Tower to the South Tower, which is the opposite side. Вот это здорово! Сейчас мы с вами пойдем на пешую галерею, восточную часть. Кстати, ребят, если вы побываете на монументе, вам могут дать скидку на Таур, на поднятие Таура, и это обойдется вам практически в 50% скидки. Так что, да, вы ходите сначала на монумент, берите скидку, а потом приходите сюда, потому что так у нас бы получилось 12 фунтов, а так всего лишь 7. Есть окошко для съемок, потому что все закрыто, я думаю, тут все будет открыто. А тут все открывается, закрывается, в общем. Был бесплатный, конечно, вход, люди сюда спокойно поднимались, потому что когда мы сюда заходили, там было видно просто ступеньки наверх, но сейчас там все закрыто, закрыто дверью, перекрыто. Вот, и раньше люди боялись сюда подниматься, потому что собирались всякий сбор, короче, был плохих людей, таких как воры и так далее. Сделать себе такую монетку на память. Вот, тебе понадобится 1 пенс, 1 копейка и 1 фунт, 85 рублей. Вот. Фунт это стоит сама эта прокрутка, а на пенсии тебе сделать картинку. Сначала мы должны прокрутить колесо и выбрать, какую мы хотим картинку. Вот мне нравится больше всего вот это. Поэтому мы останавливаем, вставляем вот сюда 1 фунт. И 1 пенс. Дальше мы это закрываем. Оно падает, и мы что делаем? Начинаем крутить колесо. Начинаем крутить колесо. Ой, тяжело, тяжело. Целый круг оно прокручивается. Ой, что так, смотрим, что у нас получилось. Она вот такая вот темненькая.
Кстати, очень даже красиво. И останется у вас на память. Мы находимся на высоте 41 метр. И знаете, что тут есть? Тут есть просто дырка в полу, стеклянная, прозрачная. В нее можно наступить и стоять. Это очень страшно. Сейчас я сижу на этой штучке. Слушайте, моя бабушка не захотела позвать. А тут очень даже здорово. Сначала, в самом начале тяжело заходить, а потом все легко. Там ходят люди, и движутся машины, и автобусы двухэтажные. Так выглядит, как будто это не автобусы двухэтажные. Как будто это какой-то грузовик. Ну, а если посмотреть дальше, это для тех, кто боится. Полоска. Сделать фотографию, какая будет. И сейчас мы будем выбирать. И стоит всего лишь 300 рублей. Даже меньше. Сейчас мы это сделаем. Вот мы сделали фотографии. Кстати, очень дорого и очень здорово на память. Спускаться вниз, это по ступенькам. Поднимаетесь вы наверх по лифту, а спускаетесь по ступенькам. Здесь с вами множество комнат в Тауэрском мосту. Сейчас мы находимся в такой комнате, в механизмах, чтобы открывался мост, раскрывался. Тут использовалось очень много механизмов. Но это видео подошло к концу. Я надеюсь, что вам понравилось. Мы его оценили лайком, подпиской на мой канал, подпиской на мой инстаграм. Пишите комментарии. С вами была Аня. Увидимся на новом ролике.